Привет, народ! Привет, YouTube! Глафира Абрамовна. Ну что ж, не только нам Лену Хэппи обсуждать. Обсудим сегодня еще одного блогера. Елена Ильичева. Черт побери, тоже Лена. Я смотрю ее давно. В настоящий момент Елена Николаевна сдулась. В буквальном смысле слова. Причин я вижу несколько. Во-первых, снижение монетизации. Во-вторых, нехорошие люди зачем-то написали в опеку. Хотя я не вижу, чтобы там прям все критично было. Ну, испугалась. Зря. Потому что если уж ты что-то начал, то продолжай. Периодически раз в неделю, раз в две недели она нам вылаживает видео, но все реже и реже. В основном это покупки со Святого Вайлдберриса и опять же уборка. Так вот, у Лены Николаевны есть свой словарь. Благодарю группу «Баварские собачки», которые придумали превратить его в стикеры. Поэтому воспользуемся. Кстати, словари, в отличие от Лены Хэппи, который у меня еще не до конца заполнен, все распределено по алфавиту. Ну, поехали. Алкогольчик на душу. Очень звучит так по-домашнему, по-семейному. Было посвящено тому, что Коля однажды был снят в позиции опохмелия, вальяжно лежал на диване и мало что соображал. А Лена его журила за это. Папка наш принял алкогольчика на душу, да. Угу. Ну что ж, бывает. Аварщик. Это тот человек, который делает аварии. Митя, сын, довольно-таки часто играл раньше в машинки. Машинки у него делали аварии. Кто тут аварщик? Да, аварщик. Вот слово «да». Заметьте, это тоже словаря. Бесененок. Это не бес, это не чертенок, это что-то среднее. Между бесом и чертом. Бесененок. Мило. Учтите, многие слова прилипают, а их от них не отлипнуть, к сожалению. Базар-табар. Оригинально что-то такое, знаете, татарское. Что-то мне тут базар-табар устроил. Бардак. Это слово, насколько я помню, было связано с тем, что не хотели сажать маршрутку. И бардак. Бардак. Он был еще и точнее, бардак сопровождался угрозами размещения на Ютубе. Разместили, но вот они не там. С маршруткой все осталось в неизвестном положении. Вымудряться, выпендряться, выеживаться. Еще можно погрубее сказать. Но есть слово прекрасное — вымудряться. Чего ты тут умудряешься? Я не буду тут вымудряться. Всплеск мозга. Думаю, что это от имени аватарки. Всплеск мозга. Есть такая эмодзи, когда мозг взрывается. Ну, должен быть взрыв мозга, но у Елены Николаевны всплеск. Небольшой взрыв. Важит. Глагол. Делаешь новую прическу, и она тебя важит. Или покупаешь новый костюм, он тебя важит. Делает главным, делает более
деловым. Следующий. Выжато как лимон. Есть такое выражение устойчивое. То есть без усталости, без устали. У Лены Николаевны выжато как лимонный сок. То есть это уже лимон выжали. И еще сок выжали. Очень крайняя степень выжатости. Такой-то концентрат получается. Губнушка. Вообще вот это слово я слышу с детства. Вместо того, чтобы назвать помада, губная помада. Какое там, знаете, у нас в Самарской области популярное. Ну, не у многих, но есть. В школе я его слышала. От детей его слышала. Ты какую себе губнушку купила? Губнушка. Как мило. Не принимайте это. Ну и, конечно, да. Да, надо говорить между словом, между звуками «ы» и «а». То есть «да». Ты идешь, что ли? Да. Стоишь, что ли? Да. Причем «да» у них семейное. Это слово говорит как и муж, так и жена. Не знаю, говорит ли ребенок. Видите, редко что говорит на камеру. Ну вот опять что, деловой, что ли? Это было обращение к Мите маленькому, когда он что-то на себя надевал. Или его одевали в какой-то костюмчик. Он демонстрировал и тут же парировался. Деловой, что ли, а? Иха, мамка. Вообще есть такое еще тоже из сельских районов определение. Ихова, ихуя, ихняя, ихневая. А тут сокращение. Иха, мамка приехала. Иха, папка. Еще есть ужасный ейный. Егойный и ейный. Бррр. Как говорится, это на уровне такой, знаете, сказки-присказки. У нас была такая преподаватель в университете, не на нашем факультете. Она говорила, так сказать. Причем все время это она повторяла, и это так, знаете, напрягало слух. А тут как говорится. Красотун. Прекрасное слово, обозначающее мужчину. Не красавец, а красотун. Тоже прекрасно. Красотка собралась. Это посвящено тому, что Елена Николаевна куда-нибудь собирается, а потом констатирует, рефлексирует. Ну все, красотка собралась. Причем, откровенно говоря, Елена Николаевна обладает заурядной внешностью, но себя любит, ценит. Поэтому считает себя очень даже симпатичной девушкой. Еще одно, то, что относится к лимону, когда степень выжатости, капля терпения лопается. То есть берет и лопается. Вот до чего доводит людей жизнь. Что даже не просто терпение лопнется, а даже вот капля терпения лопается. Каляет бок. Колет в боку. Если кто не понял. Каляет бок, это означает боль в области живота.
Ну, то, что Елена Николаевна у нас молодая мамочка в декрете, это мы все знаем, у нее декрет длится уже 10 лет. Все никак не закончится. Такой пролонгированный декрет. Кстати, когда спрашивали про хобби у Елены Николаевны, какое у нее есть хобби и как она собирается зарабатывать, пойдет ли на работу, она нам гордо очень заявляла, что ее хобби есть YouTube, что зарабатывает она на YouTube. И так уж удачно совпало, что люблю снимать и одновременно. О, уже мне с русским языком плохо. Любит снимать и рассказывать нам, что любит получать за это деньги. Вот сейчас нынешняя сложившаяся ситуация, что интересно, думает об этом Елена Николаевна. В связи с снижением монетизации, всеми этими процессами, которые происходят. Просто любопытно и интересно ее мнение. Пойдет ли все-таки Елена Николаевна на работу или нет. Будем лакомиться. Еще одна интересная вещичка. Все, что не приносит искусного, из того, чтобы рот радовался, это тоже из Елены Николаевны. Всегда они чем-то там лакомятся. Купили мороженое. Будем лакомиться. Купили тортик. Тоже будем лакомиться. А если ты на камеру что-нибудь вкушаешь, даже просто делаешь вид, что тебе все понравилось, говоришь, вкусно. Мить потише. Я так уже своему коту говорю, собаке иногда говорю. Мить потише. Это был, когда Митька маленький. Он был довольно-таки шумным ребенком. И вместо того, чтобы обратить внимание на его поведение, мамаша продолжала вещать, только останавливая. Мить, потише! Мухордится. То ли мухомором быть, то ли быть серьезным человеком, то ли представлять что-то непонятно, но мухордится, сердится, быть недовольным, ну, на мой взгляд, хотя, может быть, у Елены Николаевны свое представление об этом слове. Что-то захотелось. Вот это вот слово, точнее, словосочетание, ну, точно вошло в наш быт. То есть купишь что-нибудь такого запретного, вкусного, или приготовишь что-нибудь такое, этакое, и оправдываешь. Что-то захотелось. Так что, если что, то воспользуйтесь. А если вы идете в магазин, и вам захотелось вкусняшку, но на камеру вы хотите показаться человека, соблюдающего правильное питание, то все сваливайте на Митьку. Митя ухватил. Можно еще там говорить. Сережа ухватил. Соня ухватила. Вы не хотели это покупать, но вот есть те люди, которые берут и нарушают все ваши планы. Охотку, так сказать, убьем. Насколько я помню, это было посвящено ракам, поеданию раков. Но я допускаю, что можно, наверное, любым продуктом найти оправдание. Опять же, купить мороженое, сказать, ну, охотку отобьем. Купили чуть-чуть, килограмм, полтора. Охотку отобьем. Или приготовили шашлык. Или, не дай бог, его заказали.
охотку отобьем. То есть поедим и все. Не до большого. Это вообще мое самое любимое. Если вдруг что-то хочется купить, но денег не хватает, говоришь, не до большого. Шаг, пойдем. Скорее. Тут собаку. Недалекая от ума. Это вообще без комментариев. Далекая, но не от ума. Или недалекая. Нахабозил. Набезобразничал. Набардачил. Вот у меня тоже тут кошка идет в туалет, кот. Иногда такой нахабозничает. Приходишь и говоришь, ну что ты тут нахабозил? Ох, нахабозил. Берите на вооружение. Теплина. Мягкая подложка. Мягкая ткань, теплая. В джинсах, в штанишках. Так что учтите, если вы покупаете утепленные джинсы, вы покупаете брюки с теплиной. Тепленько будет, гарантирую. Конечно, таких слов все меньше и меньше, потому что Елена Николаевна старается за собой следить за речью, что очень приятно. Но все же, вот первые ранние видео, ох, насколько они интересны. Елена Николаевна, мы сейчас начнем от того, что скучаем, начнем пересматривать ранние видео. Всех нас будет захлестывать ностальгия. Смяк. Ну, это такое, знаете, причмокивание. Это любимое фирменное. Ты даже не изобразишь, это фирменное. Фирменные цмяки. Даже есть один канал Николай Кукумбу, который подсчитывал цмяки в одном видео. Было довольно-таки смешно. Азарун. Ой, это вообще озорник. Азарун. Кто тут Азарун? Да? Азарун? Котов и собак можете так обзывать. Разрешаю. Еще одно утверждение. Надо мыслить материально. Поняли? Мыслить глобально, действовать реально. Мыслить материально. Откус. Не могу даже припомнить, из чего это выродилось. Но откус. Жубоведы тоже, кстати, вот как и Лена Хэппи. Лену скорее начали называть жабами, поэтому у нас есть еще одна жаба. Я уж не хотела об этом рассказывать, но сама вылетела. Жабоведы, ценители творчества Лены Ильичевой, подскажут, что такое откус. Не поступиться, а зариться, это все время о ценах. Цены такие, что зариться можно, не поступиться. Вот я каждый раз в магазин прихожу, когда там происходит очередной виток инфляции, всегда говорю продавщицам, озариться можно, не поступиться. Видите, как вредно смотреть блогеров. Выражение. Запоминайте, кто снимает видео. Я блогер, и этим все сказано. Все сказано. То есть, если что, вы родственникам говорите, я блогер, этим все сказано. И у родственников не должно возникать никаких вопросов к вам. Я блогер. Очень замечательно. Замечательно. Надо говорить вот как раз с логопедическими нарушениями. Очень даже замечательно. Причем, Лена Николаевна, чтобы она не приготовила, у нее критика отсутствует на это. У нее всегда все вкусно. Не подошел ли пирог, пережарилось ли, все или искупалось в многократном количестве масел. Многократном количестве масел, это я сказала, конечно. Все это очень замечательно. Так что учитывайте и берите на вооружение. Потому что русский язык пластичный, он постоянно меняется, он приносит какие-то нам изменения в жизни, дает новые перспективы развития. А вдруг это вот действительно язык будущего,
потому что я блогер, этим все сказано. Вдруг это новые выражения, которые нам помогут в дальнейшем общаться с другими. Мы же не знаем, как, что ждет нас завтра. Так что, если кто еще вспомнит, какие выражения Елены Николаевны творчества, присылайте. Будем собирать словари блогеров. Я думаю, это очень интересная, забавная научно-исследовательская работа. Я, конечно, не филолог, но все же очень интересно. Всем хорошего настроения, всем пока.